Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11 градусов. Днем 19-24. В горах ночью от 0 градусов до 5 тепла. Днем воздух прогреется до плюс 16. В северных, центральных и местами в южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 7-9 тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 23. Гость нашей сегодняшней программы по-своему уникальный человек. И в чем же проявляется его уникальность, спросите вы? А дело в том, что Алексей Широбоков играет на 15 музыкальных инструментах. Помимо этого, он активно занимается преподавательской деятельностью и гастролирует по стране. Каким произведениям и какому музыкальному инструменту он отдает предпочтение и почему ему по душе разъездная деятельность? В эти минуты в нашей студии Алексей расскажет моей соведущей Бэли Джазаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Леша, я благодарю вас за то, что вы нашли время и приехали сегодня к нам в гости в Черкесск. Я знаю, что вы человек, который... человек мира. Ездите по всем странам мира, по всей России. Сейчас вы находитесь в Черкесске. И вас еще можно назвать уникальным человеком. Вы владеете игрой на 15 музыкальных инструментах. Но, насколько я понимаю, самый любимый инструмент – это скрипка. Это так? Да, совершенно верно. Я именно на этом инструменте учусь уже более 15 лет. Скажем, невозможно научиться один раз. Учиться надо будет всю жизнь. Вот на этой конкретной скрипке я уже около 10 лет играю. Угу. Конечно же, это мой любимый инструмент. Угу. Несмотря вот на столь юный возраст, вы преподаватель и... так называемый разъездной преподаватель. Правильно? Ездите по России? Да, я участвую в разных мастер-классах, в том числе, когда соберут в разных учебных учреждениях студентов или просто школьников. И, конечно же, стараюсь делиться своим опытом, какой накопил. А вот вы предпочитаете классические произведения? Знаете, вся душа именно лежит там, да, потому что все идет от классики. Ну, я знаю, что и духовная музыка вам близка. Да, я очень люблю духовную музыку, потому что сам верю в Бога. Как бы, и мы рассказываем с помощью музыки эти простые духовные истины. У нас есть ансамбль, в котором мы ездим. Недавно были в Абхазии, ну и в других республиках. Угу. Леша, скажите, вы сейчас концертной деятельностью занимаетесь? В связи со всем... вот этим коронавирусом, вот этой пандемией, конечно же, все ограничено. Угу. Вот. Участвовал, в том числе даже здесь, в Карачаево-Черкесии, был День музыки для детей-инвалидов. Участвовал в этом проекте. Угу. Сегодня для наших утренних зрителей что вы сыграете? Ну, сыграйте что-нибудь нам красивое. Произведение «Secret Garden» – очень известное произведение, современное. Пожалуйста. Благодарю вас. Спасибо вам, Алексей. Я вам желаю творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо вам.
Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9:00 продолжит программу абазинской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14:30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Все, что вас радует, обязательно будет с кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис «Московский индустриальный банк». Все давно знают и выбирают сыр Ольда. Миру сыр.